Приветики все мои дорогие, с вами Руслан и мир модов ETS2. И по вашим многочисленным просьбам, сегодня мы соберем с вами сборочку именно с картой проект Россия от Палыча. Карта у нас в свободном доступе, так что мы с вами можем наслаждаться как бы так слитой или перезалитой. Ну, короче, понятно, да? Есть карта, делаем. Итак, как всегда, мы с вами пробегаемся по архивчикам. Вот так выглядит архив карты проекта Россия 5.1. Открываем архивчик, и что мы видим? У нас 4 файла. Сам файл модель, файл DefenMap. Далее у нас идет фикс соединения с Казахстаном и фикс соединения с VolgaMap. Фиксы старые, но тем не менее они работают, все нормально. Все, вот это дело мы открыли, да, идем по пути. Документы, Евротрак Симулятор 2, папочка мод. Опа, это все дело мы зажимаем, перетаскиваем сюда. Класс, абсолютно все, вот, все 4 файла перетащили. Класс, карта у вас установлена. Отличненько. Так, далее, что нам нужно? Что нам нужно далее? Нужна нам будет карта, естественно, Казахстана. Вышла у нас обновленная карта Казахстана, как бы адаптированная под версию 1.43. Я ее попробовал. Ну, ребят, честно скажу, ну не зашла на мне. Удалил я ее и скачал нашу старую доблестную карту. Вот она. Вторая версия, она у нас 39 по 42 версию. Так что я вот остановился на ней. Берем так же само, вот архивчик. Распаковываем, да? И все вот эти, абсолютно все 4 файла, также по пути документы, Евротрак Симулятор 2, папочка мод, перекидываем. Абсолютно все 4 файла. Молодцы, что понятно. Так, далее, что у нас будет? Далее нам нужен будет фикс от Сергея. Вышел новый фикс. Там он под версию 1.1. Естественно, ссылочка будет в описании. Так же само скачайте данный фикс. Перекинете все тоже по пути документы. Евротрак Симулятор, папочка мод. Класс. Так, далее. У нас Южный регион. Как всегда, я вам показываю вот этот нюанс. Как бы так, подводный камень. Из Южного региона мы берем с вами только лишь модель 2 и модель 1. Файл DefenMap мы не трогаем. В описании под видео будет вот профиксенный DefenMap. Вот, фикс профиксенный. Вот его-то мы и ставим. Его не нужно распаковывать, ничего. Просто вы его берете, копируете и по пути документы. Евротрак Симулятор 2, папочка мод. Опа, сюда вставили. Все, и у вас карта будет установлена. Будет у вас вот модель 2, модель 1 и вот этот профиксенный DefenMap. Так и написано. Фикс. Класс. Молодцы. Так, далее. Что нам нужно будет далее? Нужна нам будет, естественно, карта VolgaMap. Так же само скачали карту VolgaMap. У кого она есть, скачанная, хорошо. У кого нет, ссылочка будет, скачаете. Открываете также архив VolgaMap. Вот у вас два файлика. Модель и DefenMap. Все так же по пути. Документы, Евротрак Симулятор 2, папочка мод. Все это дело перекинули. Класс, молодцы. Так, идем дальше. Дальше у нас по карте Сибирь. Смотрите, из карты Сибирь, да, вот вы скачали карту Сибирь, у вас будет там два файла. Модель и Map and Def. Map and Def вы не трогаете, берете вот только модель. Его распаковывать не нужно, файл, просто берете его, опа, копируете по пути документы, Евротрак Симулятор 2, папочка мод, бэмс, сюда его вставили. Все, класс, у вас уже половина карты установлена. Дальше вам нужна будет вот карта Урала 1.3. Открываете архив, естественно, ссылочка будет в описании. Архив открыли, вот у вас высветилось. Еще раз нажимаете вот на данный файлик, sorry, еще раз нажали, вот, вот теперь у вас вот этот файл высветился, DefenMap. Вы его также берете по пути документы, Евротрак Симулятор 2, папочка мод, опа, зажали, перекинули, все, класс. И у вас будет получаться что? Будет у вас получаться, вот, Урал, DefenMap будет, и будет у вас с карты Сибирь, вот модель. Во, отлично, все шикарно, все хорошо.
И так же само вот будет в описании ссылочка на карту Азии. Я думаю, все это дело перекинете. Будет там вот этот префаб, будет, естественно, паром с Валенсии. Все, как положено, сюда поперекидывайте. Ну и в принципе, у нас как бы так все это дело уже установлено. А, сори, ребятки. И будет еще у нас, вот я туда добавил, Eurorat.net карта. Вы ее также, так, где она у меня, это Eurorat.net? Вот она. Ее не нужно карту распаковывать, скачаете, вот просто ее также берете, копируете по пути. Документы, Eurotruck Simulator 2, папочка мод. Опа, сюда ее вставили, все, карта у вас будет установлена. Ну и на этом, я думаю, что, наверное, пока все. Во, класс. Так, и еще один немаловажный подводный камень. Именно для карты Азия. Идете вот в документы, Eurotruck Simulator 2. Находите папочку конфиг. Открываете ее при помощи блокнота. Открыли папочку конфиг. И у вас вот будет User... Буфер Паджа Сизе. Не силен я в английском, всегда я вам это говорю. Но вы поняли, да, будет вот эта строка. Это что именно касаемо карты Азия, чтобы не было вылета в Ашхабаде. Или как меня поправлял подписчик, Ашгабад. Ну, это уже такое. Так, у вас здесь по умолчанию будет стоять десяточка, 10. Вы же убираете единичку, ставите троечку, и у вас получается 30. Вот такими несложными манипуляциями вы себе уберете именно вылет в городе Ашхабад. И будете ездить и наслаждаться картой. Естественно, вот это закрываете, оно попросит вас сохранить. Берете, сохраняете, все, у вас все прекрасно, все отлично. Ну, вроде бы как бы все. Теперь поехали в менеджер модификации, все это дело подключим и будем наслаждаться сборкой карты проект Россия. Да, сори. Еще один такой аспектик. Вот папочка мод, да, многие просят показывать именно сколько весом будет вот эта сборочка. Вот нажимаем на папочку мод, свойства, смотрим. Ребят, вот, будет у нас 11,3 гигабайта. Вот эта вся сборка у нас будет, 11,3. Во, вот так. Я думаю, это нормальный ход. Как раз будет такая небольшая, сбалансированная, нормальная сборочка. Я думаю, понятненько, класс. Поехали в менеджер модификации и будем все это дело красивенько подключать. Итак, как всегда, мы с вами начинаем именно с версии игры. На сегодняшний день у нас актуальная версия игры 1.43.3.10S. У меня же это официалка стимовская со всеми дополнениями, то бишь DLC. И для работы сборки, как всегда, у вас должны быть абсолютно все DLC-карт. Без DLC-карт сборка работать не будет. Так, идем снизу. Снизу у нас стоит карта Eurorat.net. Далее у нас идет Волгамап модель, Волгамап Дев. Далее у нас идет Сибирь модель. Далее Сибирь Map and Dev. То бишь у нас идет М5 карта Урала. Далее у нас Южный регион модель 2, модель 1 Dev and Map. Далее у нас идет карта Казахстана. Модель 2, модель 1 Map Dev. Далее фикс от Сергея 061. Большое ему человеческое спасибо и крепчайшего ему здоровья на долгие-долгие годы. Молодец, что вот не забывает нас и подкидывает нам вот такие фиксы, чтобы мы могли с вами комфортненько и красиво кататься. Большое спасибо и низкий ему поклон. Ну, лично от меня. Ну, я думаю, от всех вас. Так, идем далее. У нас идет Азия. Ассет, модель... Идет у нас Dev and Map, далее у нас идет Валенсия, паромчик, и префаб, именно улучшение данной карты. Так, потом у нас идет проект Россия, ставим модель, Dev and Map, далее фикс у нас на соединение с Волгой Map и фикс на соединение
именно с картой Казахстана. Ну и потом подложечка и краш-фикс к данной подложке. Ну и затем все эти моды, которые вы используете в игре, уже выставляете выше. Вот такая у нас небольшая, но я думаю, что комфортненькая, классненькая сборочка, на которой вы будете с большим удовольствием катать. Отлично, применяем и вперед в игру. Вот, мои дорогие, мы с вами в игре. И поехали. Вот наш дефолт и вот это, как бы так, улучшение и расширение для нашего дефолта Euro.NET карта. Ну, неплохо. Неплохо она стала здесь именно с этим проектом. Россия. Все нормально, все везде стыковочки, все хорошо, все прекрасно. Отличненько. Вот, все у нас есть выхода именно на карту проект Россия. Класс. Вот наш проект Россия. Все тут тоже как бы так нормальным ходом. Все хорошо, все прекрасно. Да, и смотрите, ну, желательно, лучше начать с нового профиля. Ну, а там смотрите сами. Я, в принципе, всегда рекомендую все новые сборки начинать именно с нового профиля. Ну, все прекрасно. Хорошо, ну, будете катать, будете еще смотреть. Я тут немножко вот Минск проверил вот с Москвы на Ржев, ну, то, что смог проверить. Так, далее у нас идет Южный регион, также все стыкуется, все отлично, все хорошо. Потом у нас идет Волгамап, также все стыковки, все хорошо. Вот у нас с Пензы пошло у нас на Кузнецк и пошло на Жигулевск. Также можно вот откуда еще попасть. Саратова тут с развилок. Так, далее у нас вот наша М5, карта Урала, вот она пошла, естественно, вот она здесь, дальше продолжение. Ну и, естественно, карта Сибири, тоже все отлично, все нормально. Наш доблестный Казахстан, также все вот состыковалось, вот в Энгельсе, здесь вот стыковочка именно с проектом Россия, тоже все нормально, все хорошо, класс. Отличненько. Ну и дальше наша Азия. Также все стыковочки, вот все присутствует. Отличненько. Ашхабад без вылета. Это-то и радует, что класс, теперь уже можно кататься и наслаждаться именно в полном объеме картой Азии. Ну, как для меня, то да, потому что этот вылет в Ашхабаде, это было что-то с чем-то. Зато сейчас все красота, благодаря подписчику, который вот именно подсоветовал такое решение. Ну вот так, мои дорогие, я думаю, вот такая классная сборочка именно со всеми теми картами, которые вы просили. Катайтесь и наслаждайтесь. А посим, мои дорогие, будем с вами прощаться, как всегда, короночка. Понравился видосик, не забудь поставь лайкосик. И будьте мне здоровы, мои дорогие. Берегите себя. Всех благ вам, крепчайшего здоровья. Всего самого-самого наилучшего. И до новых обзорчиков, естественно. Быть добру и всем пока-пока.